Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И наконец-то сегодня я получила свой планер, который я заказывала с сайта personalplanner.com. Ну, я все ссылочки оставлю внизу. У меня видео будет поделено на две части. В первой части я вам покажу сам планер, да, что в него входит, как он выглядит и какой я его сделала. А во второй части я покажу, как пользоваться сайтом и делать заказ. Расскажу о самом планнере. Он необычный, это не просто вы заказываете планнер наподобие, например, Эрин Кондрен или как вот у меня был предыдущий 365 Happy Planner. Нет, здесь планнер, можно сказать, конструктор, то есть выбираете его, каким вы хотите его видеть. То есть вы выбираете картинку обложки, какого цвета обложки, какого цвета сама резиночка, что внутри, как у вас будет расположена неделя, горизонтально или вертикально, какой ширины, что вы хотите видеть в абзацах, например, там погода или чем вы занимались, какие у вас графики там могут быть нарисованы. А также помимо сетки недельной, да, у вас еще есть отдельные странички, там, по-моему, их 50 или 60 штучек, и вы на выбор можете сделать солянку. То есть вы там можете выбрать, какие вы хотите листы, в клетку, в линейку, там даже есть судоку, раскрашивание и так далее. То есть я вам сейчас все покажу, он очень классный. Выбирайте также сетку календарную, с какого месяца вы хотите начать. Я выбрала с декабря 2016 по декабрь 2017. В общем, очень классный, там помимо планера можно выбрать просто, например, ноутбук, то есть просто записную книжку или кулинарную книжку. В общем, огромный выбор, особенно если вы любите необычные планеры и не такие, как у всех, то есть у вас будет единственный экземпляр, и больше ни у кого, ни одного человека такого планера не будет. Давайте, слишком как-то долго разговариваю, давайте поскорее вам покажу. Я ее очень долго ждала, и вы не представляете, как я сегодня себя била по утрам целый день, чтобы не открыть его и не посмотреть, потому что просто вообще у меня руки чесались. На сайте говорится то, что планер придет к вам в течение 2 недель, но 2 недели это означает то, что первую неделю они вас делают, печатают, складывают, собирают и отправляют, и через 2 недели это приходит в вашу страну. А вот уже как работает почта в вашей стране, это известно только у вас. У меня добиралась еще 1 неделя, наверное, это с Москвы, до меня так долго добирался, даже не знаю. Трекера, к сожалению, они не дают, поэтому вот в неведении. Давайте поскорее вам покажу. Вот так выглядит вот этот бедный, несчастный просто конвертик, просто такой зеленый, здесь такие точечки, и здесь вот написано «Тогда», это вот когда вы заходите на сайт, вы можете посмотреть, в каком процессе у вас сейчас планер. Также здесь написано, что это personal planner и 29 евриков, и вот ваш адрес. В принципе, все. Давайте поскорее открывать и смотреть, что внутри. Всем приятного просмотра! В принципе, все, что у нас есть. Во-первых, это вот такая резиночка, на которой у нас будет закрываться. Далее у нас, смотрите, давайте я вам покажу сначала, что вот как у меня сам выглядит. Во-первых, это такая вот идет жесткая обложка, прозрачная, да. И я выбрала вот такую классную картинку. Это море, не знаю, Мальдивы. Здесь написано «Танюшка, 2017 год». Очень качественно выполнено. Обязательно, когда будете выбирать картинку на обложку, вам сайт говорит, какой размер подходит, какой нет. У меня есть разрешение просто какое-то огромное, по-моему, 2000 на 3000. В общем, очень должно быть четко, потому что если меньше этого числа, то будут пиксели видны. Вот на обратной стороне вот такая красота. Это, знаете, не знаю, что-то такое сказочное. Мне вот очень хотелось что-то такое волшебное на задний фон. Тоже вообще очень все шикарно. Также обложечка, и если видите дырочки, куда надо будет вставить вот этот шнурок, который я вам показывал в самом начале. Помимо планера у нас еще входит вот такой, наверное, как файлик называется, куда вы можете вложить какие-то свои, не знаю, там картинки, что-то еще. И 2 листочка наклеек, ну вот он такой вот один большой. Что сюда входит? Различные смайлики, маленькие иконочки, еще различные здесь и надписи I can do it, здесь happy birthday
и так далее. Так, ага, и еще что одно, это закладка и рулер, ну, то есть и линейка. Не знаю, если будет видно, от 0 до 20. Также можно купить отдельно, например, вот такую линейку, но уже цветную, например. Еще можно докупить наклеек, и вот еще вот такие штучки тоже можно купить отдельно. А так это все входит в стоимость одного планера. Теперь давайте смотреть, что внутри. Вот мы так открываем. Первая страница у меня пустая. Вообще эта страничка создана для того, чтобы написать, например, «Всем привет, меня зовут так-то, так-то. Если вы нашли мой блокнотик, то, пожалуйста, верните вот по такому адресу или позвоните по такому телефону». Но я не стала все это здесь писать, оставила пустую. Я просто как-нибудь красиво ее оформлю, потому что, ну, я не знаю, как-то я надеюсь, что я его терять не буду и надеюсь, что она не попадет к чужим людям. Начинается он у меня с декабря, но мне решили сделать предыдущую страничку, да, то есть ноябрь. Как у меня выглядит неделя? У меня она располосана на 8 таких частей, на 8 квадратиков. Этот квадратик у меня пустой, например, он у меня будет для записи или для туду-листа. Как у меня выглядит сам квадратик, сам день, да, то есть здесь у меня идет число, название недели. Здесь я выбрала training, type of exercise и time. То есть здесь я напишу, чем я занималась, каким спортом и время. Маленькая табличка с погодой. Я выбираю, что сегодня солнечно, там облачно, туманно, снег и так далее. И какая температура. Ну, мне захотелось это сделать, не знаю, по-моему, это прикольно. Далее, в некоторых, если выпадает на какие-то праздники, то здесь уже написано, 24-го в четверг у нас будет Thanksgiving Day. Уже маленькими цифрками написано, какой день в году. То есть 328, 329 и так далее. Внизу также выбираете, что вы хотите. Я выбрала to do this week, то есть небольшой to do list, half of the week, то есть здесь выбираете, например, график чего угодно. Это mood, work study, stress, all cash flow. Вот, ну, то есть, знаете, баловство просто. С правой стороны у нас также есть место в квадратик, что-то зарисовать или написать. И сетка календарная, что тоже очень классно. И также небольшой квадратик для записи. В принципе, так у меня будет выглядеть неделя. Здесь, конечно, особо уже ничего не поукрашаешь, но я чисто его взяла, чтобы именно вот записывать, да, чисто вот для работы. И, в принципе, все. Здесь нет никаких разделителей, как в других планерах, да. Здесь просто все один за другим. Также здесь, например, видите, 25 числа это Christmas Day, и очень такая маленькая красивая елочка. Вот, потом вот здесь я даже не знаю, что это означает, тоже какие-то, в общем, здесь очень много всего, я не знаю, очень классный, мне невероятно просто понравился. И также, если вы увидите, здесь есть вот такие разные пометки цветные, июнь, здесь май, апрель и так далее. Вот, и, в общем, в принципе, он вот такой. Потом, когда у вас заканчивается год, то есть у меня он по декабрь, вот все, ноябрь, декабрь. И потом я взяла несколько страничек, у меня будет в клетку, несколько страничек в линейку, по-моему, 10 или 15 штучек, я вот точно не помню. Блок чистых страничек, потом блок вот таких страничек в точечку, надеюсь, будет видно. Вот, далее это у нас разворот на год. То есть здесь каждый месяц расписан, все дни. То есть можете здесь написать, например, день рождения обычно здесь пишут, да, ну или какие-то такие значимые события, которые вы обязательно должны помнить. Потом я выбрала судоку. По-моему, это еще очень прикольно, когда, например, заняться нечем, да, просто взяли и быстренько сделали судоку. И здесь внизу перевернуто есть уже ответы. Судоку я вообще обожаю. Всего две странички. Далее снова идет линейка. И, в принципе, все. Вот. Вот такой у нас получился планер. Давайте быстренько все вот это вставим. Размер.
размера он не сильно большой, 14,5 на 25, то есть вообще адекватный хороший размер, вы можете положить в сумку, в отличный пер от Erin Condren или 365 Happy Planner, конечно, они еще громоздкие, он не тяжелый, здесь нет совершенно ничего лишнего. На этом первая часть видео заканчивается, во второй я вам покажу, как пользоваться сайтом и как можно заказать такой ежедневник. Спасибо, что были со мной, спасибо, что посмотрели это видео, до скорой встречи, пока-пока! Мы заходим на этот сайт personalplanner.com, и у нас внизу здесь есть Start Here, мы нажимаем. И нам теперь предлагают выбрать, что мы хотим. Мы хотим выбрать планер, или wall planner, или просто записную книжку, или подарочную карту. Но мы в данном случае выбираем на планер. Также здесь есть 5 разных форматов. Я выбрала А5. Можно, видите, выбрать такое А5 только в перевернутом виде, покороче, вообще такая миниатюрочка, или огромный А4. Мы выбираем А5. И вот теперь у нас, видите, здесь очень много вот разных таких закладочек. Самый первый – это обложка. Мы выбираем, какую обложку мы хотим. Либо, например, как я, это я выбрала именно фотографию с интернета, скачала. Вот, например, нажимаем сюда и закачиваем любую нашу фотографию. Если мы не хотим фото, а просто хотим чисто, чтобы был цвет, вот мы выбираем, какой мы цвет мы хотим. Например, не знаю, такой светлый, потом текст, выбираем, какого цвета мы хотим. Также, что здесь будет написано, видите, написано Паула, то есть выбираете свое имя. Здесь внизу вы пишете, что вы хотите, чтобы было на первой линии и на второй линии, и также как располагалось внизу, справа, слева и так далее. Дальше, с какого месяца вы хотите начать, и вот эта сама вот эта штучка, которая резиночка, да, какого цвета. То есть, видите, вот различно. Вы здесь выбираете просто, как вы хотите, именно что вам больше всего нравится. Далее, можно, например, вот здесь мы выбирали чисто цвет, да, например, у нас был чисто вот такой коричневый. Здесь мы выбираем любой узор, какой мы хотим. Здесь, на самом деле, вот большая разновидность и полоска, в общем, что угодно. И также выбираем цвет текста. Это вот у нас... перед, то есть фронт, и бэк можно выбрать сзади, например, другую картинку, как выбрала я. Или вот дизайн нам уже предлагают, какой вот есть, тоже, в принципе, очень все красивые. Это 2017 года, и какие были до этого, то есть вам не надо ничего здесь думать, да, просто выбираете. Вот такая различная красота. После того, как мы выбрали, какую мы картинку хотим видеть на нашей обложке, мы переходим дальше, вот нам подсказывают, мы нажимаем, и вот теперь мы выбираем, как мы хотим видеть наш разворот. То есть мы, например, хотим видеть именно вот так, это вертикально, да, не как у меня было горизонтально, а вертикально. А здесь мы смотрим цвет, также вот выбираем, какой мы цвет хотим. Видите, он совершенно разный, их большое количество. Дальше, вот здесь внизу, например, рулер. Хотим ли мы, чтобы были вот такие полосочки? Или хотим, вот мы, чтобы, видите, сверху и снизу были полосочки? Какого цвета полосочки? Таймтейбл, то есть мы уже видим, что здесь написано время. Я вам показывала, например, мы можем добавить сюда погоду. Work, то есть сколько часов, наверное, вы занимались. И workout. После того, как мы вот это все сделали, мы переходим дальше. И теперь у нас модули, у нас внизу вот эти блоки, да, разделены на 3 модуля. В каждом модуле мы можем выбрать что угодно, и нам вот показывают, как это будет выглядеть, да. List of the week, например, что-то пишете, to do list, или, например, preschool, workout, exams. И, в общем, в каждую выбираете и ставите галочку. И вот, видите, у вас меняется. Можете оставить чистыми, да, а можете что-то добавить. Посмотрели, выбрали, идем дальше. И вот дальше нам дается 48 листов, про которые я вам говорила. То есть сначала у вас идет год, а потом 48 листов пустых. Можете выбрать разворот на месяц у вас будет, да, например, добавили. Это целых вот 24 листочка. Можем выбрать разворот на год, на 17, 18, 19. Здесь также есть раскраски. Вы также, видите, выбираете, вам подсказывают, что вы можете здесь, например,
по умолчанию идет 10 страничек, но вы можете выбрать, например, 8, 7 и так далее. Судоку – это у нас карта. Еще есть адресная книжка, например, нажимаете, и также есть вот записывайте, да, имя, фамилию сразу вам предлагают, телефон записать, адрес и так далее, то есть чтобы вы ничего не вписывали. А далее это у вас клетка, линейка, чистые странички, листочки для музыки, например. Так, потом, если мы это уберем, листочки для музыки, потом идет у нас просто в точечку и для учителя. Мы это выбрали, все у нас хорошо, переходим дальше, спрашивают все-все, да, и предлагают самую первую страничку, как только мы открываем наш планер, написать, да, например, «Ве, да, если вы нашли мой ежедневник, то, пожалуйста, верните мне». И вот вам предлагают сюда записать. В принципе, делайте, что хотите, также выбираете любого цвета или оставляете пустым. После этого он вам говорит: «А теперь внимательно посмотрите, все ли вам нравится, да? То есть, с какого месяца начинается, потом, какая у вас обложка, какое у вас начало и так далее. Потом, если вы довольны своим результатом, если вам все нравится, вы просто добавляете все в корзину и потом оформляете ваш заказ. Если, например, вы сейчас подумали и решили то, что, ну, пока я не буду, да, я вот все сделал, пусть пока это у меня сохранится, вы нажимаете на «Сохранить», и у вас все это дело хранится, пока вы не вернетесь снова. Ну вот и, в принципе, все. Я надеюсь, моя информация была вам полезна. Если что-то непонятно с этим сайтом, то пишите, я обязательно всем отвечу. Пока-пока!